Всем привет! Сегодня будем готовить суп с куриными фрикадельками и с лапшой. Этот суп полюбят как взрослые, так и дети. Первым делом очищаем овощи: картофель, лук и морковь. Картофель нарезаем на кубики, морковь натираем на крупной терке и лук тоже мелко нарезаем. Здесь один лук пойдет на суп, а один на фарш. В фарш добавляем один мелко нарезанный лук, солим, перчим его и хорошо перемешиваем. В кастрюле добавляем растительное масло и обжариваем лучок с морковкой до мягкости. В зажарку выливаем 2 литра воды и добавляем сюда картофель. И пока в супе отваривается картофель, приступим к лепке фрикаделек. Я использую воду, чтобы фарш не прилипал к рукам и процесс был быстрее. Картофель отварился до полуготовности, теперь добавляем фрикадельки в суп. В суп мы еще добавим зелень. По желанию добавьте 3-4 зеленых лучка и пучок петрушки. Как только суп начинает закипать, сбавляем огонь, добавляем свежий зеленый лук и готовим на медленном огне 5-7 минут. Добавляем в суп стакан лапши и готовим еще минут 7.
уже в конце суп солим по вкусу, хорошо перемешиваем, добавляем петрушку, также перемешиваем, выключаем огонь, закрываем крышкой и обязательно оставляем на 15 минут, чтобы суп настоялся, и за это время также хорошо приготовится лапша. Прошло, суп настоялся, можно подавать. Получается очень вкусно и сытно.